Тут зомби, блин, с пушкой, блин, стоит в магазине. Продает там что-то. Ты что продаешь-то, Вася, блин? Что ты делаешь-то? Оп, в сторону. А-а-а! Нет! Всем привет! С вами Лев, и сегодня я начинаю новый летсплей под названием Техно-хардкор, и давайте будем сразу же начинать. Наконец-таки, все-таки я начинаю этот летсплей. Я, честно говоря, потратил очень много времени на создание этой сборки. И я надеюсь, то, что она вам понравится, потому что здесь очень много всяких интересных модов и так далее. И плюс, это версия 1.12.2, то есть это не 1.7.10, как были все мои старые сборки и так далее. Да, на этот канал я записывал только одну сборку, а именно время хардкора. Но у меня были еще прошлые сборки, которые я не записывал. Но, как бы, скажу вам так, то, что они были все на 1.7.10 и, в принципе, выше никогда и не заходили. То есть, я, в принципе, можно сказать, новичок в этой версии. Ну и скажу вам так, мне, честно говоря, эта версия, как бы, нравится, с одной стороны, но с другой, если честно, не особо. Потому что у меня сейчас стоит на сборке 89 модов. Да, это много, я понимаю, но, как бы... На 1.7.10 бы, у меня бы такая бы сборка бы вообще бы не лагала бы. То есть она бы не лагала бы, ничего бы не подвисало бы, все бы было бы четко бы, все бы было бы нормально. Мне лично кажется то, что все эти проблемы начались вообще с версии 1.9. То есть там новое PvP, там все вот эти новые фишки и так далее. Но, как бы, не знаю, я надеюсь то, что на новых версиях такого не будет. Там на 1.15.2, на 1.16.5. Да и выше, в принципе, чтобы можно было нормально сбоку создать и понимать то, что будет, может быть, не как на 1.7.10, приятно и так далее, но хотя бы, ну, хотя бы более-менее играбельно. Потому что, честно говоря, здесь я просто, ну, то есть я играю, и здесь постоянно подлагивает или еще что-то. Ну да ладно, в принципе, у нас тут обычный камень есть, да, если что, здесь он очень едкий, да, именно обычный камень, да. Потому что вот даже здесь ядышком, видите, какой-то зеленый сланец. Да, в принципе, это тоже обычный камень, казалось бы. Просто у него, можно сказать, другая текстурка. Просто решил добавить такой мод, потому что, в принципе, обычный булыжник, если честно, уже поднадоел, мне кажется, просто всем. А хотя бы новый камень, это уже хоть что-то, да. И вообще, если честно, я боюсь ломать эти руды, особенно в начале, потому что здесь с небольшим шансом может попасться какой-нибудь монстр. То есть ты ломаешь руду, и попадается какой-нибудь просто монстр, да. Я, конечно, сейчас рискую эту штуку или разрушаю, потому что реально может попасться, блин, а я фиг убегу. Ну да ладно, попробуем сейчас тогда побольше камня просто разрушить, какой-нибудь меч хотя бы сделаю, и уже будет не так страшно, да. Так, все, прекрасно. Если что, там чувак, который летает, я не знаю, вы его видели или нет, вот он, вот он. Это даже фея какая-то, или я не знаю, что это такое. Она, короче, дает мне регенерацию бесконечную, если стоят ядышком. Смотрите, прям кирка как лежит. Прикольно на верстаке. Ой, блин. Так, ну-ка. Ай, блин, все не получается. Так, все, улетает сюда. Погнали, короче, разрушу верстак. И какой-то, кстати, здесь житель еще есть, торговец какой-то или что. В самом начале... 14 морковки, 1 изумруд, 1 изумруд, 8 кремня и 9 кремня, 1 изумруд. Ребят, вы что купите? Вы купите за 1 изумруд 8 кремня или 9? Ну, как бы, ладно. Ладно, окей, в принципе, не знаю, может быть, какой-то не очень качественный кремень, если брать 9. Да, то есть, если брать именно вот этот, может быть, он не такой качественный, да? Не знаю, как это объяснить. Ну да ладно, в принципе, я бы сейчас бы еще бы рискнул бы железо бы сломать. Потому что я говорю то, что есть шанс здесь такой небольшой, то что выпадет какой-нибудь монстр гребаный. Но я надеюсь то, что мне сейчас повезет, ну, в хорошую сторону, да. И вроде, кстати, мне повезло, и никто не выпал. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, ладно, ты меня пока что, ну, тебе нету смысла меня генерировать, потому что пока что я хпшки не потерял. Так, вот это на самом деле опасный хер. Он, блин, нападает резко сразу, когда видит меня. Ну, я могу, в принципе, показать. Он, в принципе, не такой опасный. А чё ты убегаешь-то? Ты ж нападаешь на меня обычно. Мирный, что ли? Нормально. Ты же не мирный обычно. Ты нормальный? Нет. Нормально, блин. На меня всё время нападал, блин. А сейчас решил, блин, не нападать. Нормально? Нет. Ну, окей. Чувак.
Воу-воу-воу-воу! Он меня сейчас сожжет. Так, нормально. Кстати, у меня FPS сейчас 40, чтобы вы понимали. То есть просто я начинал было 120 где-то FPS, сейчас 40, блин. Ну, то есть я понимаю, ну, вы понимаете, что это за сборка. Прям стабильная, прям капец просто. Да. Это, если что, взрывные ягоды были. Ну, прям чувствуется подлагивание. Но, честно говоря, я пока что ничего с этим сделать не могу. Уж извините. Так, осторожно. Осторожно, осторожно. Так, я знаю то, что здесь ловушка гребаная. Это я уже запомнил, блин. Меня все равно ударили. Нормально, блин. Так, все. Иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда. Так, может быть, съел себе забрать. Так, неплохо. 20 съел. И что здесь? Ведро тоже, в принципе, неплохо. И порох, это просто даже отлично. Потому что здесь всякие же пушки есть в этой сборке. Это вообще жесткая сборка, блин. Здесь индустриальные моды. Здесь, короче, пушки, всякие данжи жесткие. Зомби там, не знаю, с военными. И, кстати, через пару дней, скорее всего, будут нападать на меня просто какие-то чуваки. Ну, с пистолетами. То есть они будут прям жестко нападать. Поэтому мы должны, как бы, ну, уже защититься к этому моменту. Хотя бы дом какой-то построить. А то, блин, будет очень плохо. Ну да ладно, коровки, коровки, коровки. Вас придется задавить немножечко. Ну, не задавить, а убить. В принципе, да, и думаю, то, что и так понятно. Так, корова, корова, давай. Чё ты бегаешь-то от меня? Тебе же все равно не выжить, блин. Солнце уже садится, нормально, блин. Пока я тут, блин, начинаю сею, называется. Уже, блин, садится солнце. Я уже, конечно, не начинаю, но я думаю, вы поняли. Честно говоря, блин, я очень сильно волнуюсь за начало сборки и так далее. Потому что я вообще перезаписываю уже не знаю какой раз, блин. 10-й, наверное, точно. Это без преувеличений, без как бы накрутки и так далее. По-моему, действительно, я столько времени уже потратил. Так, он не добывается, этот небесный камень. Там, скорее всего, какой-нибудь сундучок есть в этих камнях. Мне, по-моему, нужна кирка, получается. Это какая, это какой уровень добычи? Как это узнать-то? Это, наверное, второй. Мне нужна железная кирка, чтобы это разрушить, получается. Ну ладно. Думаю, то, что мы сейчас это, конечно, сделаем. Я бы сейчас бы сделал бы как раз печь. Или лучше дом построить, блин. Вот скажите, что лучше, блин, печь сделать или дом построить? Потому что сейчас ночь, блин, будет. А мне, конечно, не особо этого хочется. Еще, блин, затонувший корабль. Может быть, его утонуть быстренько. Пока ночь совсем не началась. Да. Мне, конечно, бы сейчас бы взять бы... Сделать бы какую-нибудь кровать. Так, ну вы видите, баги. То есть, как бы это норма здесь. Даже, наверное, не сама сборка виновата, а сама версия. Потому что, ну, блин... Потому что, правда, лагучая, блин... Да и сборка, и вообще... Майнкрафт это лагучий, блин. Честное слово, блин. Да. Если честно, мне кажется, 1.8, 1.7.10 и ниже вообще четкие версии, блин. Вам не кажется странным то, что как бы, когда ты, когда раньше все играли на старых версиях, там, 1.4.7, 1.5.2 и так далее, то есть вам не кажется странным то, что почему такой разрыв в версиях? То есть до 1.7.10 все снимали и играли, то есть в 1.4.6, там, 1.5.2, 1.4.7 и так далее. А сейчас такой большой отрыв и на версию 1.12.2 с 1.7.10. Сколько версий прошло? 5 или сколько? Если я не ошибаюсь, конечно. То есть это огромная просто разница. Да. Может быть, конечно, кто-то играл на какой-нибудь версии по типу 1.9, но я сомневаюсь, если честно. Я думаю, то, что все играли на 1.7.10. Да. В принципе, я тоже пытался новые сборки делать на новой версии, там, 1.9, еще давно. Но, честно говоря, у меня вообще не получалось, потому что, ну, это действительно... Это действительно очень сложно. С этими новыми, блин, багами. Я прям помню, как я на 1.9, блин, пробовал версию, на этой версии, блин, создавать сборку. Я прям помню, какие проблемы там были. Нормальных модов нету, блин, и просто все дико лагает. Постоянно подвисает и все. Ну да ладно, в принципе... Ой, а, это житель. Я уже думал, что сейчас меня стрелять будут. Если что, здесь монстры стреляют, как бы зомби и так далее. Поэтому здесь действительно хардкорно. Так, а ты нормальный? Оу! Оу! Ну ты же меня из лука стреляешь, слава богу, хотя бы. Так, это жесткий скелет, вы видите, он еще меч достал, блин. Иди отсюда. Иди отсюда, еще слабость на меня сделал такая. Ой! Тихо, тихо. Так, он останавливается, это, конечно, плюс. И что выпало? Железный меч. Прикольно, смотрите. Первый раз из него выпадает это дело. И череп скелета. Неплохо так. Неплохо. Только смотрите, что мне сейчас делать-то, если у меня, блин,
нету особо тут ни кровати, ничего. Потому что, блин, это ночь, конечно. Вообще, блин, тут не к месту, если честно. Мне бы сейчас бы коробочку создать. Давайте, короче, я сейчас попробую куда-нибудь уплыть с этого острова. Или наоборот, лучше на острове жить. Вот как вы думаете? Потому что, честно говоря, может быть, на острове лучше. Так, я сейчас на карту буду смотреть. Если нету красных точек рядом, то я буду просто идти вперед. Если будут, то буду обходить. Ой, блин, да чтоб тебя! С этим жителем, блин, я тебя, по-моему, уже встречал. А чё у вас так много-то, я не понимаю, этих жителей? Чё-то реально фигово туча, прям везде встречаются. Так, ну да ладно, давайте я куда-нибудь попробую подальше отойти, потому что мне бы какой-нибудь данжик найти бы. А вот, кстати, и данж. Стоп, это что, это военная база? Или это просто такая, типа, ну, типа база, только... Только, видимо, ее военные когда-то покинули, и теперь это место для зомби. Потому что здесь, скорее всего, сейчас зомби и будут появляться. Так, это что за фейерверки? Первый раз такое слышу. Странно. И улей нормально на дороге появился. Нормально. Я уже ничему не удивляюсь. Так, чуваки, здрасте. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. И давай, бац. И сейчас появится. Жду тебя. Где вы? О, здорово, пушечник. Не, не в сторону. Тихо. Полегче, полегче. Воу! Тихо. У меня в сторону как-то кидает. Я сейчас сдохну. Нет. А, нормально, я сейчас вроде живу. Слава богу, то, что он в стекло не стреляет, если честно. Кто? Аегисы? Ну, если их не бить, то, в принципе, все хорошо будет. Они защитники, если что. Не знаю, правда, почему они здесь защищают что-то. По сути, они только деревню защищали. Ну, ладно. Так. Ты дебил! Ты дебил! Идиот! Гребаный, блин. Да чтоб тебя, меня Аегис гребаный убил! Какого фига-то? Так, конечно же, я ничего не вижу, блин. В смысле, а зачем мне Аегис-то? Ты что, нормальный? Ты же мирный. Пока тебя не ударить. А, я жителя ударил. Все теперь понятно. Блин, вот я дурачок, конечно. Не подумал. Потому что тупой житель, блин, забежал, блин. Тут зомби, блин, с пушкой, блин, стоит в магазине. Продает там что-то. Ты что продаешь-то, Вася, блин? Что ты делаешь-то? Оп, в сторону. А-а-а! Нет! Меня грохнули. Прекрасно. Если что, здесь, как видите, сундуки появляются. Это, конечно же, не может не радовать. Нормально я его снизу убил. Да уж. Пох, конечно, здесь просто очень крутая вещь. Понятное дело, ради пу... Боже, я подумал, что он с пистолетом. Я что-то немножко сейчас запаниковал, если честно. Так, все. Он пропал. Нормально. Хороший мод, на самом деле. Вы охренели? А чё у вас такое херово туча? Такое количество-то? Вы охренели, ребята? Так, надо. В сторону. Сейчас же этот Аегис гребаный прилетит. А, нет, он летит, улетит. Или нет? А, он летит, походу. Нафиг вас. Идите вы в жопу. Охреневшие, блин. Гребаные жители, блин. Так, ладно, сундуки. Неплохие достаточно вещи. Так, топливный бак. В смысле? Чё, почему оно не стакается? Чего? Топливный бак. А, пустой. Все понятно. Механизмы всякие. Беру вот это быстренько. Окей. Еще какие-то баки. Неплохо так. Уже, видите, не могу забрать вещи. Слушайте, а может быть правда сейчас немножечко здесь вот это все выложить по вещам и закончить серию? Потому что я думаю, то, что в принципе начало уже положено. Да, может быть не самое крутое начало, потому что здесь можно, как я, ну я уже записывал, да. Я там говорил то, что в принципе здесь можно начать по-разному. Я могу начать с первой серии уже в железке. То есть, у вас что так много? Чё за туристы приехали? Ну правда, блин. Это самое, чё, аэропорт, блин, открыли, они прилетели ко мне сюда, блин. Ну смотрите, какое крутое здание, да. Здесь вот зомби только что с пушкой меня чуть не убил. Вот такая вот экскурсия, все, валите отсюда. Гребаные эти самые, блин, туристы, блин. Ну нормально, вы посмотрите, сколько их вообще штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я их столько в жизни, блин, не видел здесь. Семь. Наркоманы. Вы наркоманы? Скажите мне. Так, может быть... А, нет!
нет, 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 ребят, друзья, друзья мои любимые, я пока что света понаставлю и буду пока что убегать от них. Ну да ладно, в принципе, о, здорово, ёпта, зомбак ёбаный, до свидания, я к туристам, друзья мои, друзья, друзья, я к туристам, ёбаные, эти самые, херы, блин, да. Короче, все, на этом все, да. Подписывайтесь на канал, оцените видео. В принципе, я думаю, то, что достаточно эпично получается. И да, как я уже говорил в одном из видео про эту сборку, я ничего не продаю. Я ничего не продаю. Все, до свидания. Короче, на этом все. В принципе, как я говорил как раз в том видео про сборку, в принципе, я в описании оставлю ссылку на это видео. Как раз в том видео я и говорил то, что индустриальные моды это основа в этой сборке. Хотя поначалу, в принципе, так вообще не скажешь, потому что, блин, тут какие-то топливные баки, какое-то оружие и так далее, блин. То есть, ну, не подумаешь изначально то, что здесь индустриальные моды это вообще основа. Но, как видите, у нас здесь целых 377 страниц, по которым, в принципе, мы будем постепенно идти в каких-то разных модах. Ну, в принципе, здесь Industrial Craft, понятное дело, есть. Да, в принципе, ну вот, в принципе, Industrial Craft, целых 10 страниц, да, в принципе, ну, думаю, то, что и так все понятно. Ладно, ребят, в принципе, на это все, в принципе, и куча других всяких модов здесь есть. Постепенно, в принципе, буду рассказывать и так далее, ну, а пока что, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь и так далее на канал, да, и, ребята, вы уже эти аегисы, гребаные, реально меня задрали. Чё вы айотите-то, алё? Их, конечно, может быть, убить лучше. Оу, а ты чё? Ты чё бегаешь-то, нормальный? Нормально, нормально, блин. До свидания. До свидания. Так, ладно, ребят, все. Всем спасибо. Пока-пока.